одна из ипостасей музыкальной ассоциации «Триумф Дель-Арт», проведение мастер-классов со звездами мировой оперы. Добившиеся славы на оперной сцене, они не только делятся своими знаниями, но и действуют на учеников своей харизмой, без которой самый лучший голос не получит настоящего признания. В середине января 2020 года мастер-класс в Брюсселе провела Марина Пруденская, меццо-сопрано, солистка Берлинской статс-оперы. 16 января в Российском центре науки и культуры состоялся гала-концерт «Учениц Марины». Концерт получился уникальным. 7 меццо-сопрано на одной сцене увидишь нечасто. Из Бельгии, Голландии, России и Туниса. Оперные арии были удивительно точно подобраны под нюансы голосов участниц мастер-класса. Зрителям же программа пришлась по душе своим разнообразием. Чайковский и Римский-Корсаков, Россини и Беллини, Массне и Сен-Санс. Да и девушки подобрали столь красивой, будто конкурс красоты на сцене проходил. Марина Пруденская родилась в Санкт-Петербурге, окончила Государственную консерваторию по классу профессора Евгении Гороховской, работала в Московском музыкальном театре имени Немировича Данченко. В начале 2000-х меццо-сопрано много выступала в Германии. Ее голос особенно хорош в немецких операх. Сегодня живет в Берлине, солистка Берлинской статс-оперы. Для Марины Пруденской это был первый опыт работы с большим числом участников. В мастер-классе всего приняли участие 8 молодых певцов, 7 меццо-сопрано и 1 контртенор. Мне было просто очень интересно попробовать себя в этом качестве преподавания многим студенткам, певицам. И тоже, что я сама могу много чему научиться при этом. Вот. И иногда, когда работаешь с небольшим количеством людей, то ты тратишь больше времени. А когда у тебя вот, например, 8 человек за один день, и ты должен как бы очень организовать себя по-другому. В 2019 году Марина Пруденская дебютировала на сцене фламандской оперы в «Макбете» в главной роли. Леди Макбет у певицы получилась красивая, страстная, невероятно выразительная. Бельгийская пресса особо отметила артистизм и голос Марины в опере «Макбет». Очень у нас была приятная команда, то есть и режиссер замечательный, с пониманием и с интересной очень концепцией, и дирижер, который Паоло Кореньяни, он нас очень поддерживал, аккомпанировал, вот, и фактически носил на руках, не ссорился, не ругался, не доказывал свою правоту, то есть он как бы нам очень помогал, то есть был замечательный режиссер, ну и в принципе сам театр очень приятный, акустика хорошая, и люди очень приятные, то есть я была достаточно счастлива. Одна из самых ярких участниц мастер-класса Эмира Дахли исполнила 2 арии из оперы Беллини «Монтекки и Капулетти» и арию Любаши из «Царской невесты» Римского-Корсакова. Thank you.
достаточно давно. И, соответственно, я знала о каких-то новых событиях, мастер-классах и конкурсе, который проходит здесь. И таким образом я узнала о такой возможности получить мастер-класс у действующего артиста, меццо-сопрано. Это большая удача, и который активно работает и готов поделиться своим мастерством. Сейчас это очень сложно встретить, и, конечно, я не могла упустить эту возможность. Тунисец, поэтому я вот уже 3 года живу в Тунисе. У меня есть небольшой опыт работы в театре в Петербурге, в Зазеркалье. И в Тунисе, чем я занимаюсь? Я пою с оркестром симфоническим государственным Туниса. И в последнее время, вот уже 2 года, я организовала хор оркестра симфонического и руковожу хором. Что есть такая замечательная организация, да, которая занимается поддержкой молодых талантов и организацией различных конкурсов и мероприятий, и концертов, потому что молодежи нужно развиваться. Вот, и я считаю, что это очень интересная программа. Так что желаю Триумфу дель Арт здоровья и успехов на будущее.